Здравствуйте, добрый день. Директор школы. Добро пожаловать. Проходите. Значит, это для развития. Не только интеллектуального движения. Моторика. Такое приспособление. У нас хорошее тоже есть. Также вот сюда. Для развития. Ну, в общем, самое главное. И даже вот. Можно за этим же столом работать и сидя. Работаем за столом. У нас 26 детей, но опорников у нас на сегодняшний день четверо. И с 1 сентября еще двое прибывают. Пойдемте, я вам помогу. Еще вот у нас интересно такого учителя. Я, кстати, я за слабовидящие. Тоже ребята есть. У нас есть такие дети слабовидящие. И увеличитель позволяет читать и... Сейчас только... Сейчас мы включим. Да? У нас, кроме этого, удалось оборудовать сенсорную комнату. Все находится рядом, то есть занятия логопедические сопровождаются занятиями релаксации, которые позволяют таких детей, мы знаем, что они, у них поведенческие аспекты бывают сложные, им необходим отдых, вот поэтому все оборудование здесь у нас есть. Система голосования, которая позволяет интерактивно вести опрос детей, отвечая, нажимая пункты. И также позволяет индивидуально, то есть показывает, из какого места ученик ответил, и в то же время сразу выстраивается график, и видно, что класс в целом усвоил эту тему. Ну вот, учителя у нас в школе 18 человек, молодых специалистов из 56 педагогических. Какие предметы вы преподаете? Физика. Да, это кабинет физики. Вот в прошлом году мы его обустроили, педагоги прошли повышение квалификации не только в нашем ведомственном институте, но и с преподавателями СВО, в СВО. И уже мы выполняем исследовательские работы, участвуем. А сколько в этом году по выбору физику сдавали? По выбору у нас сдавало 12 человек. Но это еще не те дети, те 50-х. И будет уже больше. В классе у нас в этом 27 человек в Соиковском классе. Но мы, говоря о результатах образовательных результатах, хотела бы сказать еще и то, что мы одни из первых в городе построили спортивный двор. Помните? Экономика ли это, города ли это, территории какие-то,
все начинается и концентрируется образование. Мы никогда не решим главную базовую задачу развития, сохранить молодые поколения, если общество не будет верить, что мы именно Назарова здесь обеспечиваем самое современное, самое качественное образование. Мы не сможем решать никакие задачи развития, если не будет динамики и роста энергии и мотивации в людях. Вот ваши выпускники должны уже быть настолько сильно заряжены энергией любви к своему городу, развития своего города, веры в свои силы. Это тоже дается только очень качественной образовательной и культурной средой. Вряд ли в современных условиях территорию приходит инвестор, если не чувствует вот этого качества среды жизнедеятельности. Конечно, среда не может сформирована быть только школой, там, детским садом. Конечно, здесь много факторов. И внешнее благоустройство должны быть красивые улицы, общественные пространства, ремонтированные дома, строящиеся новые дома. Конечно, я сейчас был для вас в ваших поликлиниках, в больнице, собирал руководителей городской больницы. Конечно, это будет очень качественное медицинское обслуживание. Много-много чего. Но, повторяю, все равно это дополняющие функции, а стержень, основа – это сфера образования. К сожалению, я мало видел у вас школу, но, наверное, вы меня привезли в самую лучшую, или там одну из лучших, нет. Я увидел хорошую школу, поверьте. Ну, я за свою жизнь я бывал, наверное, в нескольких тысячах школ, потому что я стараюсь